Чуть больше недели назад в подмосковном Крокус-Сити-Холле произошел кровавый теракт. По официальным данным, погибли 144 человека. Многие до сих пор лежат в больницах и числятся пропавшими без вести. На 9-й день со дня трагедии во всех городах России прошли траурные мероприятия. Даже не верится, но уже 9 дней прошло. Буквально на той неделе мы все с вами здесь собирались для того, чтобы возложить цветы, игрушки. И вот опять мы с вами вместе. Большое всем спасибо. И давайте тогда минуты молчания почтим память тех погибших. Химчане не остались в стороне. Возле стихийного памятника «Сестра Милосердия» собрались сотни неравнодушных людей. Сейчас, наверное, время, когда нам всем нужно сплотиться, ни в коем случае не дать разгореться межнациональной вражде. И, наверное, делать все для того, чтобы сердца наших жителей, сердца вообще всех людей на этой планете наполнялись все большим добром, радостью, для того, чтобы никогда не допустить больше таких страшных событий. В руках тех, кто сегодня пришел на церемонию, игрушки, цветы, свечи и воздушные шары. Их запустили в небо в память о погибших. Ирина Орлова не скрывает своих слез, пришла вместе с дочкой и родителями. Конкретно моих родственников там не было, но чужих не бывает. И поэтому я считаю, что мы должны сплотиться, потому что только когда мы все вместе, нам не страшно, мы можем многое. Поток людей к стихийному памятнику «Сестра Милосердия» не прекращается. Люди приходят целыми семьями вместе с друзьями или родными поодиночке. Несут не только цветы, но и белых журавликов, как символ безвременно улетевших в небо невинных душ. Юлия Самошина, Вильфрид Димковский. Новости Химки ТВ.